Ну, короче говоря, ребята, у меня, конечно, подавляющие масштабы всего. Значит, я делаю эстакаду, вот видишь, эстакада Нью-Йорк, которую я прокладываю, но она дойдет до моих башен. Близнецов здесь у меня. Вдоль железной дороги. Склад. Сейчас мы до него дойдем. Вот по этому желобу. Склад всяких материалов. Так, а чё? Куда мы? Так, я думаю. Вот, видишь? Промысел. Промысел называется. Офигеть, блин, а не промысел. Вот теперь сюда. Это я просто помню. И вот сюда. Здесь все это огромная шахта. И, в общем, во всем этом как-то я довольно-таки потонул. И... А, так, вот этот у меня вокзал. Ой, такой небольшой. Здесь что? Давай вот, по крайней мере, сейчас я выгружусь в инвентарь. Я вообще думаю продолжить строить железную дорогу. Вот, так. Так, вот давай булыжник. Сейчас выгрузим пока, который я взял. Что-то я, у меня его не шибко уменьшилось за время моих работ. Сюда, вот здесь у нас что? Ну, всякая всячина. А земля у меня вот тут. Так, подожди, вот это все земля. Вот земля, да-да-да. Это вот так гранит идет. Хорошо. Бревно темного дуба. Ну вот смотри, подожди. Еще раз. Что мы имеем? Вот столько мы рельсов имеем, энергорельсы. Но энергорельсы сейчас можно новые сделать. Блин. Ну давай новые сделаем. Редстоуны. Золото. Не проблема. Хотя, в принципе, можно было бы сделать двойную порцию. Сейчас мы сделаем двойную порцию. Так. Сейчас мы еще спечем. А где золотишко-то мое все? Здесь что? Вот золото. Как раз 4 штуки осталось. Сейчас мы 4 штуки пока спечем. Ну, а железных слитков тоже не очень много, в принципе. Они у меня на предыдущей локации. Так, энергорельс 7. Так, давай, 2 штуки будут готовы. Все собрали. Да это пусть доварит. И давай еще сделаем энергорельсов. И все-таки доделаем железную дорогу, а потом уже будем, как говорится, все дальше варганить. Так, отсюда мы что берем? Ничего не берем. Отсюда мы что берем? Рельсы. Они неудобно складываются. 21 слиток. 17 этих еще. У меня руды. Вот руды еще 64. Так, это забираем. Руду складываем, пока она будет обжигаться. И давайте, ребятки. Так, смотрим. Подожди, что у меня в инвентаре. Нужно еще взять этих вот рычагов. Причем рычагов надо еще понаделать. Так. 12 палок, 16 тумбочек. Достаточно. Все, 13 рычагов достаточно. Значит, все лишнее. Редстоун. Золото. Оставляем. Сундук, ладно, пускай будет с собой. Ну и кирки, все это пусть с собой. Все. Я собрался. Сейчас мы будем тогда продолжать делать железную дорогу.
А, вот тут видишь, у него переразрывы. Сейчас сюда надо будет поставить энергорельс.